Всем привет! Вы смотрите Dionyx Channel, и в этом эпизоде я покажу вам, как построить автоматический генератор камня. Итак, как это работает? Два раза дергаете за рычаг, пошел короткий импульс. Дальний поршень выталкивает камень из генератора, этот поршень выталкивает камень на накопитель. Где-то вот здесь стоите вы и добываете этот камень. А если нет кирки на мягкое прикосновение, то вы будете добывать cobblestone. Так что, по сути, это два генератора в одном. Выключается все довольно примитивно. Перебиваем провод вот здесь. Ждем, пока сигнал пропадет. И возвращаем провод на место. Генератор снова готов к работе. А обсидиан здесь стоит для ограничения потока камней, выходящих из вот этого поршня. Поскольку при заполнении вот этих трех линий, он начал бы выталкивать камни вот в том направлении. И здесь образовался бы такой, такая линия из камней длиной 13 блоков, что не нужно и выглядит некрасиво. Итак, давайте приступим к постройке. Для начала располагаем поршни следующим образом. Поршень тут, поршень здесь и поршень вот здесь. Выкапываем яму и ставим блоки. Ну, я буду использовать стекло, но можно использовать тот же каменный кирпич или что угодно. Ставите вот так вот блоки и выливаете воду. Сразу закрываем ее сверху и делаем отделение для лавы. Лаву выливаем вот прямо на этот блок, прямо на поршень. Так, углы здесь не нужны, в принципе. Я их всегда убираю. И подключаем наш генератор. Ставим повторители. Пожалуй, добавим пару поршней. Итак, проводим редстоун. А здесь строим клок-генератор. Два повторителя в этом направлении. Два повторителя в этом направлении. И редстоун вот таким образом. Здесь выставляем задержку 2 клика. Здесь 1 клик. Здесь 2 клика. Тут тоже 2 клика. И здесь 1 клик на всех поршнях. Ограничитель я ставить не буду. А вот и все. Генератор готов. Теперь ставим рычаг, который будет включать нашу схему. И проверяем работоспособность. Нажали. Все работает. Теперь я покажу, как построить выключатель. Так, перебиваем сигнал, убираем вот эти повторители и ставим их в одном блоке от соседних. Выставляем задержку в 2 клика и выводим сигнал следующим образом. Здесь делаем яму, проводим редстоун вот таким вот образом. Берем липкий поршень и ставим его вот здесь. Рядом с ним ставим любой твердый блок, кроме стекла, так как стекло проводит сигнал и выключатель не получится. Теперь ставим рычаг, который будет выключать наш механизм, и рычаг, который будет включать наш механизм. Итак, проверим. Все заработало. Надоело. Нажали. Сигнал перебился, и генератор перестал работать. Чтобы включить, задвигаем этот поршень и снова включаем. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!